Деревянная основа, металлический зажим, краски и безграничная фантазия. Все, что понадобилось юным саровчанам для создания красочного значка. На очередном занятии в рамках летних каникул художественной галереи маленькие гости смогли сделать сувениры своими руками. Очень мелкая работа, нужно терпение, тщательность, и ребята молодцы, очень стараются. Я видела, что когда начиналась творческая мастерская, некоторые детки переживали, что как же они справятся ли с этой работой. Но наши научные сотрудники, которые ведут творческие мастерские, конечно же, помогают и подбадривают, и вдохновляют на то, чтобы дети делали творческие работы и учились каждый раз чему-то новому. На протяжении всего лета в стенах художественной галереи проходило несколько десятков творческих мастерских. За это время дети познакомились с техникой пластилинографии, аппликации, рисовали, клеили, конструировали и делали макеты. Новые впечатления, новые эмоции, новые навыки. Лето такое подвижное время, очень много дети двигаются, гуляют. И вот сосредоточенность, мелкая моторика, это, конечно, очень важно, чтобы скоро уже начало учебного года, для того, чтобы уже готовиться к новым, в том числе и школьным успехам. За время летних каникул в художественной галерее дети освоили творческие направления, посетили приятные встречи и завели новых друзей. Дарья Козина, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей, Саров-24.